Столица Чехии в пятницу подарила настоящий праздник любителям игрушки йо-йо. Специальной катушки с веревкой, которая используется для выполнения десятков зрелищных трюков. Чемпионат мира по йо-йо проводится уже в 14-й раз, однако впервые он проходит в Праге. Страной-хозяйкой 13 предыдущих чемпионатов были Соединенные Штаты Америки. У нас в стране уже достаточно большое йо-йо сообщество. Нашу ассоциацию поддерживают 2 специализированных магазина и сотни фанатов, говорит организатор. И только у нас хватило смелости сказать, что для проведения чемпионата в США нет никаких причин. Посостязаться в ловкости рук и сложности исполняемых трюков в чешской столице собрались более 300 спортсменов из 30 разных стран. Большинство из них тинейджеры, но строгое жюри не делает никому скидку на возраст. Мне все нравится, отличная атмосфера. Совсем не похоже на турнир в США, говорит конкурсантка. Чешская йо-йо ассоциация, возникшая в 2006 году, также устраивает чемпионат Европы и соревнования по городам страны. А чемпионат мира 2015 года пройдет в Токио, городе с одним из самых многочисленных йо-йо сообществ в мире.